Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания Win Option Signals. Сегодня мы хотим вас познакомить со стратегией для бинарных опционов FX Dart. Эта стратегия является трендовой, основанной на силе валют и сигналах. В FX Dart используются три индикатора для бинарных опционов, два из которых представлены в виде специальных информационных панелей. Показания на панелях помогают определять условия для покупки опционов, а благодаря легким правилам торговать по ней смогут даже новички после недолгой практики. Стоит отметить, что стратегия FX Dart является платной и продается от $27, но с нашего сайта для ознакомления ее можно скачать бесплатно. Индикаторы стратегии FX Dart устанавливаются в терминал MetaTrader 4 стандартно. Подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть по ссылке, которая будет в описании к этому видео. Обзор индикаторов стратегии FX Dart для бинарных опционов. FX Dart состоит из трех индикаторов, которые отвечают за сигналы, тренд, силу валют. Настройки сигналов позволяют поменять только количество баров на истории, цвета и алерты. Настройки панели с валютными барами также позволяют поменять только визуальную составляющую. Настройки панели силы валют тоже позволяют поменять только цвета и состав активов, а также шкалу максимума и минимума силы. На графике сигналы стратегии FX Dart сопровождаются лентой белого и синего цвета, которая подсказывает, какой сигнал является актуальным на данный момент. Таким образом, можно увидеть, какой тренд преобладает на рынке. Панель с валютными парами позволяет не только быстро переключаться между ними, а и понимать, какой тренд на какой валютной паре преобладает в данный момент. В настройках шаблона по умолчанию два цвета. Белый цвет говорит о нисходящем тренде, а синий о восходящем. Но вы можете настроить эту панель таким образом, что будет отображаться и боковое движение цены флэт. Вот посмотрите, как можно настроить шаблон по-другому. И на панели с валютными парами хорошо видно и восходящий тренд, обозначенный зеленым цветом, и нисходящий, обозначенный красным, и белым цветом флэт. Поэтому при торговле этот момент нужно обязательно учитывать, если настроить панель индикатора таким образом. Ну а мы продолжим знакомить вас с этой стратегией и ее индикаторами с настройками по стандартному шаблону. Панель силы валют отображает силу, основанную на тренде. Чем выше показатель силы, тем сильнее цена растет или падает на данный момент. Правила торговли по стратегии для бинарных опционов FX Dart. При рассмотрении индикаторов мы много говорили о тренде, и так как вся стратегия основана на нем, то важно знать, как работает тренд на рынках и что такое фаза тренда, бычий и медвежий тренды, флэт. Говоря о правилах, они являются простыми и будут понятны даже малоопытным трейдерам. Опционы call покупаются когда? На графике появляется синяя стрелочка, выбранная валютная пара на панели с активами становится синего цвета, сила основной валюты больше 4 пунктов. Допускается погрешность не более чем на 0,3 пункта. Опционы put покупаются когда? На графике появляется белая стрелочка. Выбранная валютная пара на панели с активами становится белого цвета. Сила основной валюты меньше 4 пунктов. Допускается погрешность не более чем на 0,3 пункта. Экспирации по данной стратегии равняются 1 часу, а таймфрейм лучше всего использовать 5 минут. Стоит подробнее объяснить последний пункт о силе валюты, так как это правило может запутать некоторых трейдеров. Валютные пары состоят из двух валют. На панели сила измеряется также для одной валюты. В валютной паре мы обращаем внимание на ту валюту, которая стоит первой в названии. Для примера, при торговле парой евро-USD мы будем обращать внимание на силу евро, и если она больше 4 пунктов, то это говорит о хорошем росте, и если меньше – о падении. Напоминаем, экспирации по данной стратегии равняются 1 часу, а таймфрейм лучше всего использовать 5 минут. А мы на реальном примере сейчас попробуем поторговать с таймфреймом 1 минута с экспирацией в 2 свечи.
заключение. Стратегия FX Dart позволяет покупать опционы, используя понятные правила. Преимуществом можно считать то, что все правила системы построены на тренде и связаны между собой, что делает их более эффективными. Несмотря на это, тестируйте стратегию FX Dart на демо-счету и только после этого переходите на реальный счет. Также очень важно использовать правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, которые помогают сберечь ваши деньги на депозите и торговать лучше всего через проверенных брокеров, найти которых можно у нас на сайте в рейтинге брокеров бинарных опционов. Ссылки на статьи по мани-менеджменту и риск-менеджменту, а также на рейтинг брокеров бинарных опционов вы сможете найти в описании к этому видео. Спасибо за внимание, успешной торговли!